еще не мазать. Я намажу, возьму зубы, поможу. А ты за 3 живого дырку забыли? Не, ну такое с таким опытом разве можно забыть? Не скажу, я такой прям очень опытный, но немножко. Тогда скромность. Вот мы хорошо разровняли, но не очень, чтобы он совсем прям не заливал. Так, смотрите, мы можем где-то лапкой поправить, где-то еще. Вот он так вот впитался, все, да, ну, например, берем вот его, чтобы он быстрее водка стекала, он быстрее туда просаживался. То есть вот у нас здесь скопилось, вот выгоняем так, искусственным способом. Можно кисточкой сделать? Да, ну, сильно надо, вот именно медленькая должна кисточка быть, мы можем это выровнять немножко, вот идет. Я не понял, что там происходит. Вот мы берем эту лапку, да? Слушай. И смотрите, вам видно там-нибудь? Цепляется. Цепляется, но оно не просто прилипает. Бывает, прям прилипает, остается здесь ворсинка. Ага. То есть процесс идет хороший, но он еще медленно-медленно и такой еле-еле тянет. Да, вот она такая. Это значит, что еще рановато, да, рановато еще. Клюка у меня как? Ну, то же самое вы можете у себя проверить. Ну, я знаю. Вот у вас, кстати, лучше не пить. Ну, ну, есть. Ну, еще немножко потер. Так, игра у меня знаете, как? Знаете что? Да? То есть все зависит от вкуса заказчика. Вдруг заказчик хочет, чтобы он меняется. Не бойтесь не спорить. Да, хочет, конечно, я хочу, чтобы и где это? Это где-то по контуру может такой по контуру, как, например, на этой дощечке, которую мы показывали, да? Ну, то есть она, например, как бы частично глянцевая, частично она матовая. То есть внутри можно сделать мат, а снаружи глянец. Ну вот так вот, вот он, наверное, да, имеет место. Лучше всего в комбинации. То есть комбинированный. Понятно. Здесь, конечно, слишком много, я просто говорю. Это чисто такой стопроцентный глянец, зеркальный. Здесь 60, здесь 40, а здесь 20. Вот это больше всего какой не подходит. Ну еще 40. 40 наподобие полимента матового. У него легкое мерцание есть. Так, еще разочек. Что сюда добавляют? Рецепт матовая добавка. То есть, например, на 5 граммов лака мы добавляем 8 грамм вот этой добавки. И у нас матовка идет. Какая у нас матовка может быть? Вот может быть с помощью вот этого миксиона. Мы можем, например, сделать внутреннюю шпаровку, вот, например. Вот это алюминий, а это серебро. Серебро, видите, потемнее уже. То есть мы берем просто кисточкой тоненькой, фантастика. Покрываем все внутри. Вызолачиваем, например, у нас алюминий, здесь золото. Здесь серебро, а здесь золото. То есть на золоте лучше видна матовка, чем, например, если инструментом матовать. Это точно такая же, так сказать, субстанция, как и вот это? То же самое, это все специальное золото. А каким инструментом вот это? Только здесь один слой золота, а специальные инструменты, матики я их делал там, знаешь, беру, затачиваю, полирую их. Это агат или что? Нет, железо, металл. Металл. Металлические чеканчики. Можно сделать самому, видите как. А вот это тоже тратится, да, это все равно. Такое зерно. До бесконечности зерно, да. Покупать здесь инструменты, точки. Можно все сделать самому. Инструмент с двумя точками. Инструменты. Здесь у меня рубчик такой, видите, он уже отличается. Да, тут рубчик, да, я видела. Так, а вот это что-то? А это попытки были сделать эмали. Эмаль, да? Масляные краски с лаком. Вот этим. Обычным трехчасовым миксионом, который вы мне показывали. И вызолочено через 3-4 часа. Вот, пожалуйста, результат. То есть, ну так же фон... полировал, там все это делал. Да. Ну, это я полировал агатом, а внутри я полировал лаком. Вот так вот. Ой. Придавливаем именно вот эти вот стыки хорошенько.
Это сейчас глянец будет, да? Ну, или да. Там, фон, или у тебя все мат? Фон будет глянцевый, да. А внутри будет матовый. Такая же пробник, да, такой же? Ну да. Сбили мы Игоря немножко. Ладно, ладно, все, я не снимаю. Фузге есть сечки, ну потом это мы зафлекуем все. Все, и пусть полежит. Вот я уже не буду это делать. Это склад, этот стык. Мы это все. Игорь, края потом будем убирать, да? Потом, да. Пусть полежит немножко. Приклеится? Минут через. А куда он денется? Минут через 5-7. Игорь, вот, значит, вот сейчас вот.